Джонни, ты отстаешь, живо! Догоняю, пап! Я впереди. Ты за мной и не высовывайся. Да, сэр. Сейчас или никогда. И я все сделаю. Так нечестно. Я аж отсюда виски чую. Конечно. Идем. Первый охранник. Тут надо поаккуратней. Да. Не вопрос. Ну почему я должен тут торчать? А то ж. Молодчина. И не отходи далеко. Там дальше еще один. Все будет. Ага, уже в пути. Надо как-то его отвлечь. Без проблем. Я монетку кину. Дельная мысль. Заставь его отвернуться. Мне большего не надо. Сделай. Помни главное. Думай медленно. Действуй быстро. Трупы прячем обязательно. Молодец. Внимательно меня слушал. Давай со мной, и чтоб по-тихому. Иду. Билли, я терпеть не могу лошадей. Я-то тут при чем? Я тут просто стою. Кому фальшивых монеток? Только вздумай меня лягнуть, ясно? Орел или режь? Постойте-ка. Иду. Скажи, пап. Чего? Сколько у Фрэнка людей-то? Разницы нет. Выдергивай одного за другим, и все получится. Прополка — наш метод. Сделаем. Заперто. Кто б сомневался. Ага, уже в пути. Ну что, сынок, пора немного проснуться. Видишь лестницу вон там? Давай-ка, сбрось ее мне. Молодец. Отлично справился. Легкотня. Сейчас. Берегись. Или никогда. Охрана кругом. Придумай, как пробраться. И я все сделаю. Ты про Линдберг слыхал? Говорят, она вылокала последнюю бутылку у старого Хатча. Понятно тогда, за что старый хрыч на нее взъелся. У меня их много осталось. А то ж. Линдберг! А ну, да. Выходи, воровка! Свинья неупиваемая! Я здесь, пьянчуга! Глаза разуй! Ну что, сведем счеты? Ха-ха, слышишь? Сейчас начнется! Ну! Конечно, идем. Ты поплатишься за подлый бросок чужого виски! Иду. А то ж. Кого ты напугал? Видишь вон того, сзади, рядом с утесом. Придумай, как отвлечь его своей монеткой, и я обоих сниму. Мелочь нужна. А?
я все сделаю. Еще дышит. Свяжи его скорее, пока в себя не пришел. Отлично. А теперь давай его в кусты. Молодчина. Пошли. Конечно. Идем. Давай, двигаем. Все будет. Откуда они берутся? Неважно. Видишь там кран? Ага. Вот иди туда и сделай, что надо. Все понял, папа. Ага, уже в пути. Оставь это профессионалам. Сделаю. Сейчас или никогда. Да, не вопрос. Готово. Молодчина, сынок. Теперь сиди тихо. Я сейчас. Все будет. Ага, уже в пути. Отлично, сын. Все как всегда. Жди меня здесь. Я думал, что уже готов. Придет и твое время. Ты так и в прошлый раз говорил. Ну почему с тобой нельзя? Просто дай мне пушку. Пушку, да? Упади-ка в то дерево с 15 шагов. Как получится, получишь пушку. До скорого, Джонни. Подчистую, парни! Тащите все, что блестит, и все, что в глотку польется! Покажем им, кто тут главный! Черт, в укрытие! Сюда, зайдем ему в бок! Твою мать, он нас заметил! Он там! Держи его! Не дайте ему уйти! Шалых не оставлять, парни! Толстуха, я опять зашла с козыря! Эй, мне хоть что-то оставьте! Так, что тут у нас? Yeah.
Сдается мне, ты тут не билеты проверял. Похоже, у нас незапланированная остановка. Пойду-ка выясню, что стряслось. Ладно. Надо пробраться в начало поезда. Надо подточить. Ничего личного. Поторопимся. Уберу его прямо отсюда. Лучше всего метнуть нож. Главное подобраться поближе. Обойдем себе смело. Вы уж меня простите. Давай-ка мы тебя свяжем. Сейчас или без обид. Веревки, тачки. Да, они отлично подготовились. Наверх надо забраться. Без проблем. Идем. Вот и славно. Боже, как вы меня напугали. Вы можете нам помочь? Вылазь давай, я знаю, что ты тут. Что, пошумим? Парни! А вот и он. Один хорошо, а два лучше. Вообще не по кому билет в преисподнюю. Благодарю вас, незнакомец. Найдите место, где спрятаться. Чудом спасся. В другой раз надо сперва прополоть как следует, а уж потом шуметь. Конечно. Не с места, приятель. Давайте обойдемся без глупостей. Все. Вперед. Надо уложить их обоих разом. Сейчас будет шумно. Я бы сказал, вы у меня в долгу. Эй, что за шутки? Я бы сказал, мы квиты. А сейчас предлагаю вернуться вам в свой вагон. Дальше я справлюсь. Как с этими двумя справились? Послушайте, мистер... Купер. Мистер Купер, мне платят за то, чтобы этот поезд добрался до Флэкстона. Был бы признателен, если бы вы мне не мешали. Знаете что, мистер... Маккой. Доктор Маккой. Так вот, доктор Маккой. Как я это вижу, путь тут только один. И мне тоже надо попасть во Флэкстон. Как угодно, но не говорите, что я не предупреждал. Похоже, бандиты завалили туннель. А вы думали, почему поезд остановился? Расчистить завал будет непросто. Хорошо, что они оставили на плато взрывчатку.
Взять ее и расчистить туннель. Ха, не кислый план. Других у меня не бывает. Лады. Тогда за дело. Договорились. Ну так что? Идея есть? Я использую свой саквояж как приманку. Прячьтесь и восхищайтесь. Все готово. Дайте ко мне. Ну что, приступим? Вижу, отлично. Пора за работу. Закинем приманку. Мотыльки и пламя. Смотрите и учитесь. Ну, как будет ему. Газовая ловушка, да? Ха, неплохо. И как открыть ваш саквояж, чтобы не пострадать? Никак, мистер Купер. Если вы не я. Понял. У меня осталась пара. Кому бесплатное шоу? Этого тут раньше не было. Ну, понеслась. Они мертв! Не он мертв! Я все спасибо. Равно тебя найду! Я справлюсь. До встречи в аду. Посмотрим. Держим дистанцию. Любой каприз за ваши деньги. Там на утесе дозорный. Я сниму его отсюда. Ха. Поверю, когда увижу. Моя гордость. Я тут стой на шухере, как кретин. Обалдеть. Кольт Бантлайн Спешал. Изготовлен на заказ. Патроны тоже. Иду. Нам вверх. Староват я уже для этого, мистер Купер. Да ладно. Что-нибудь придумаем. Вот и славно. Надеюсь, веревочная лестница вам по годам, мистер Маккой? Я предпочитаю доктор Маккой. Не сомневаюсь. На чеку. Вообще не проблема. Вот и славно. Люблю, когда план срабатывает четко. Ага. Толстуха Энн знает свое дело. Сколько раз. Это точно. Разве они не должны были уже вернуться? Небось, развлечься с ним решили. И по заслугам, гаду. Прямо как на рыбалке. Повяжем парочку бандитов. Кто мы там на свете зажился? Обойдемся без смертоубийств. Спасибо. Надо быть начеку. Его приятель может поднять тревогу. Сколько у нас времени? Никто не сбежал, так что можно не торопиться. А ты... Отлично. Врача вызывали? Я тут. Вон там. Интересно. Улов выйдет знатным. Вижу, отлично. Ну, давай. Снова. Не уверен, что на это можно положиться. Все в порядке. Хм, ладно. У меня осталась пара фокусов. Не лезьте под руку. А, становится тяжко. Обожаю бандитов. Все готово. Иди, закинем приманку. Что это? О, да. Ну, понеслась.
кого убрать? Иду. Ой, срань. Ничего личного. Не вопрос. Иду. Понял. Прямо ограбление века. Сделаем все по-быстрому. Ну, начнем. Так что, продолжим? Понял. Видите парня в пончо? Он не станет двигаться без крайней необходимости. И откуда вы это узнали? Уж поверьте, эту породу я знаю хорошо. Поторопимся. У нас не вагон времени. Ну ладно. Все путем. Ну так что? Слушаю. Как поживаешь? Вот наш изгодит. Идем. Они моргнут. Любой каприз за ваши деньги. Убрал. Посмотрим, что тут у нас. Ну, поторопимся. Не лезьте под руку. Чую неприятности. Нам нужен ключ от сейфа. Все. Вперед. Нюхом чую. Ну, ладно. Сладкий запах. Давайте по-тихому. Я уложу одного, вы другого. Не высовываемся. Сделаем все побыть. Пора за работу. Они даже... Это ненадолго. Ничего личного. Посмотрим. Я предпочел бы не вмешиваться. Пассажирам нужна наша помощь. Зачем тратить время зря? Пойдемте. Вот так, да. Не высовываться, а то башку отстрелю. Понял. Не лезьте под руку. Ха! Тут кто-то подумал, что сможет отбиться. Вот ржака! Тихо. Спасибо. Я справлюсь. Возражений не имею. Лучше сами нам все ценно отдайте, а то будем ваши трупы чистить. О, скоро вы с Толстухой Энн познакомитесь. Вам понравится. Убрал. Чую неприятности. Оставим его здесь. Ах, да чего я таких, как вы, ненавижу. А вас так особенно. Вот что бывает с теми, кто ездит поездами Девита. Сколько раз меня эта штука выручала.
Кому бесплатное шоу? Мотыльки и пламя. Вот так, да, не высовываться, а то башку отстрелю. Пора. Кто там на свете зажился? Вообще не проблема. Они моргнуть не успеют. Лучше. Кто-то сегодня зубом расшипал. Они тут! Мы бросили до штуки! Рапай! Не дайте им уйти! Под тебя пуль. Так, так, посмотрим. Выкурим их и все. Обычно я работаю один. Эй, где мой напарник? Кто бы вы ни Эй, были. Эй, хорош! Большое спасибо. Не за что. Прятаться вам не до сегодня сюрпризов. Они не могли Эй, далеко уйти. Эй, ты где? Ну, начнем. Это ненадолго. Эй, хорош! Я не в настроении. Идем, идем. Господи, вот ты где. Ничего. Ну и ладно. Посмотрим. Ну ладно. Видите, я знал, что у вас есть сердце. Разве что в анатомическом смысле. Начало состава. Мы на месте. Нам все еще нужна взрывчатка, чтобы расчистить туннель. Тут нет ничего сложного. Потихоньку поднимемся. Если кто из них что-то выкинет, сразу стреляй! Все. Видишь, вот нож и сгодится. Минус один. Не высовывайтесь. С бандитами мы разберемся. Спасибо. Большое спасибо. Любой каприз за ваши деньги. Ничего себе, Каменюка. Да выгляди, упадет. Врача вызывать, кого убрать? До встречи в аду. Понял. Я разогреваюсь. Слышали? Вообще не проблема. Я разберусь с их боссом. Очень неплохо. Дорога сквозь ад. Я еще не разогрелся. Обожаю войну. У меня осталась пара фокусов. Где закинем приманку? А ну-ка! Это еще тут? Ну, понеслась. О, я готов. Конечно. Надеюсь, у вас они и моргнуть не успеют. Понял. Дайте ко мне. Главное подобраться поближе. Достанешься. Свяжем парочку бандитов. Спасибо. И... взяли. Потопали. Не знаю, к чему это все идет. Возражений не имею. Где ваши сейфы? Не знаю, мисс, честное слово. Все. Я точно знаю, что компания Девит везет деньги. Так где они? А, вы неоткуда знаете? Кто ж мне скажет? Угу. Надо подточить. Все готово.
Конечно. Как дела? Не спрашивай. Сейфы! Покой, посмотрим. Сделаем все по-быстрому. Пока. Ну, начнем. Где ваши сейфы? Пора за работу. У нас не вагон времени. Идем, идем. Не лезьте под руку. Я точно знаю, что компания Дэвид везет деньги этим поездом. Так где они? Мне откуда знать? Кто ж мне скажет? Ничего не случилось. Не, все. Так, Денвер, мы проехали. Вот и славно. Надо подточить. Так что, продолжим? Они даже... Ну, ладно. До встречи в аду. Нет смысла отпираться, дорогуша. Какой он длинный. Мои люди все найдут. Спасибо, я справлюсь. О, взяли. Тяжеловато. Да я честно не знаю, мисс. На чеку. Все свое ношу с собой. Повяжем парочку, бать. Кто-то... Главное подобраться поближе. Засада. Как по расписанию. Я разогреваю. Сейфы! Какой вагон! Взяли. Получишь пулю в лоб. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Не уверен, что на это можно положиться. Понял. Мое терпение на исходе. Прошу вас, не надо. Твою ж мать. Бестолочь. Живее, недоумки, чтобы за час все погрузили. Дайте ко мне. Кого убрать? Пора. Сейчас или никогда. Сделаем все по... Шевелитесь, идиоты! Пока маршалы не подоспели! Ничего личного. О, я готов. Вообще не проблема. Отыщите мне эти чертов! Обойдем себе смертоубийств. Снова? Тяжеловато. Поторопимся. Спасибо. Я бы пока не беспокоился. Иду. Держим дистанцию. Они даже не почувствуют. Убрал. Я не промажу. Минус один. Моя гордость. Там... В яблочко. Бью без промаха. Черт! Никто опять не заметил. Ладно, парни, пора что их такое выкурить. Они вот уходят! Вот и славно. Сейчас не могли... Что за черт? А ну пристрелите их, тупые никчемные дармоеды! Ну вот, давайте выберем безопасное место для встречи. Хорошо.
Хорошо, что у нас есть еще один. Смотри, наверху! Надо бросать его и живо. Обычная моя гордость. Один патрон. Хм, что? Ладно. Запал горит. До скорого. Он мертв! Все свое ношу с... Я не промажу. Рассредоточиться! Нельзя их упустить! Хватит на сегодня сюрпризов! Да твою ж мать! Куда они провалились? Я тут. Хватит на сегодня сюрпризов. На вечер забираем. Что это там за... Надо бросать его и живо. Как они туда добрались? До скорого. Все. Вперед. Слушаю. Да, соглашусь. Как поживаешь? Не высовывайтесь. С бандитами мы разберемся. Спасибо. Большое спасибо. Похоже, компания Дэвид будет довольна. И сколько вам платят за такую работу? Думаете, я поделюсь с вами? Расслабьтесь. Мне чужого не надо. Снова в путь? Нужно успеть. Как я и говорил, не хочу опоздать на встречу. Дело ваше. С вами было не так плохо работать, Маккой. Еще бы. Если понадобится профессионал, обращайтесь. Удачи, мистер Купер.